друзья мои, доброго солнечного багамского утра вам. Вы знаете, я сейчас борюсь с двумя желаниями. Первое — это быстрее бежать с корабля вот на эту всю красоту. А второе — снять для вас все это сверху, потому что отсюда с лайнера остров смотрится просто шикарно. Итак, мы с вами на острове Кококей. Кстати, я себя покажу. Вот это я. Я сейчас стою на 15-й палубе нашего Allure of the Seas. Здесь у нас еще народ с утра, видите, занимается серфингом. Но я сюда зашла не случайно. Хочу вам показать вот этот маленький остров, который принадлежит на правах долгосрочной аренде компании Royal Caribbean. Называется он Кококей. И все карибские круизы обязательно включают заход на этот остров, потому что это совершенно эксклюзивное ощущение. Представьте, целый остров отдыха и развлечений. Больше здесь нет ничего. Ну вот какие-то хозяйственные постройки. По-моему, здесь даже отеля нет. Хотя я слышала, читала в интернете, что сейчас решается вопрос компании Royal Caribbean о том, чтобы можно было остаться здесь на несколько дней, допустим, приехать одним круизом и уехать другим. Кстати, вот там вдалеке тоже маленький остров, и судя по тому, что там стоит судно Norwegian, я думаю, что этот остров как раз арендован компанией Norwegian Cruise Line. Посмотрите, вот как интересно, вот огромное количество маленьких островков, вот там они вообще, видимо, необитаемые. Вот. В следующем круизе мы будем на острове, который принадлежит компании Carnival, Half Moon Cay. Ну вот сегодня мы здесь, и здесь, видите, большой парк развлечений, много-много всевозможных возможностей, да, поразвлечься, занять свое время, а можно просто отдохнуть. Jump on me like that, I do. You want me to jump on me like that, I do. You want me to jump off me shoulder, I do. You want me to jump off me this man, I do. Хочу вам показать, как организовано питание на острове Кококей. Вот остров, вон уже океан блестит. А вот здесь у нас шведский стол. То есть здесь еда, как на корабле. Можно пойти, взять все, что хочешь. Народ вот отдыхает и кушает. Смотрите, все, тут и горячая еда. Ой, кукурузка, сейчас кукурузки возьмем. Вон, пожалуйста, блинчики. Тортилья кукурузная. Ух ты, так, это что? Фасоль, рис мексиканский. Посмотрите, вот какая-то еще тортилья. Тортилос. Что еще тут есть? Ну, много чего тут, короче, не обойти. Это все за один раз. Я сейчас кукурузку спущу. Овощи, всякие закуски, салаты, мороженое здесь есть. Не знаю где. Топпинги, фрукты, а вот десерты, пироженки. А, это пироги прям, какие-то, типа сэндвичи, короче. А вон фрукты, сейчас фрукты посмотрим. О, смотрите, горы фруктов. Все, кушать не хочу. Груши, это что, папайя, дыня, дыня, ананас, арбуз, манго. О, все, поняла, зачем мы сюда приехали, фруктов поесть. Ну, короче, ребят, в общем, не соскучишься здесь и не проголодаешься.